Всем привет, мои хорошие! Сегодня третий день в Грузии, и сегодняшний день, к сожалению, заключительный, потому что сегодня ночью, в 3 часа ночи, мы уже едем в аэропорт и возвращаемся в Баку. Эти три дня прошли просто замечательно, надеюсь, что и сегодняшний день будет наполнен всем интересным. Тут есть один ресторанчик, который мы хотим посетить. Сейчас Самира ушла, она должна встретиться со своей подписчицей, а я пока что смонтировала контент. Контент для Инстаграма на азербайджанском языке, потому что туда тоже я публикую видео, а когда вернусь уже обратно, буду монтировать. Вообще изначально хотела здесь монтировать и сразу же загружать, потому что здесь есть интернет, и он супер скоростной, реально интернет, мне здесь очень нравится. Но потом я поняла, что слишком много времени будет уходить на монтаж, потому что каждый влог я монтирую где-то 5 часов. И вы прикиньте, сидеть здесь и 5 часов монтировать влог, это немножко бессмысленно. Поэтому сейчас все, что было на камере, я скинула на ноутбук, чтобы освободить память и чтобы снять как можно больше. И начала новый влог. Сегодня я встала в 10, сейчас уже потихоньку нужно одеваться и выдвигаться в сторону Самиры, так скажем. Честно, очень печально, что наш отдых заканчивается, но я думаю, что это не последнее мое путешествие. Надо обязательно посмотреть, куда еще можно поехать. А вы пишите в комментариях, какую страну стоит посетить. Будет очень интересно почитать. Но, к сожалению, я особо ничего не купила. Мне хочется купить какие-то сладости именно грузинского производства. А какие именно, я даже не знаю. Чтобы не таскать это яичко с собой, я его снимала чисто для видео. Хочу распаковать и посмотреть, что же здесь внутри, потому что у нас тоже есть подобные яйца, и внутри попадаются очень даже неплохие вещи. Поэтому хочу распаковать и посмотреть. Даже если на монтаж времени не останется, хотя бы посмотрю, что внутри. Это видео, скорее всего, я чуть попозже выложу к себе в шотс. Как я делаю? Я обычно снимаю, озвучиваю на азербайджанском, выкладываю на азербайджанский инстаграм, а затем уже озвучиваю на русском и выкладываю в шотс сюда. Как увести эту красоту и как ее оставить? Посмотрите, какой красивый веночек купила Самира. И здесь сухие цветы, которые со временем с ними ничего не произойдет, как нам сказали. Очень красивый веночек, надо с ним сделать фоточки. Опля. Ну как я вам? Смотрите, какой интересный дом. Здесь такая лесенка. И наверху можно пить чай. Кстати, я никогда не каталась на воздушном шаре, а здесь неподалеку мы его увидели. Мы не сразу поняли, кстати, что это. Даже Самира меня спросила, наверное, это какое-то заведение. Но, как оказалось, потом в небе мы увидели этот огромный шар. Стоит он 55 манат, всего 10 минут покататься. Но оно того стоит, поэтому я решила, что я тоже присоединяюсь к этому путешествию. Сейчас надо быстренько одеться и пойти туда. Здесь на улицах действительно так много собачек, кошечек. Вчера я купила вот такую печенку. Она холодная, поэтому, скорее всего, я ее кушать не буду. Я решила покормить бездомных кошечек, собачек. Но по их внешнему виду даже не скажешь, что они бездомные. Они такие, знаете, пухлые, ухоженные, не боятся людей. Не то, что у нас. У нас, кстати, собачек совершенно не любят. К кошкам как-никак уважение есть, а вот к собачкам как-то все скептически относятся. Я из балкона подумала, что это чей-то дом, оказывается нет, это отель такой. И как назло, сейчас мы не встретим ни одну собачку. И придется с этим на воздушном шаре кататься. Что-то он не в восторге от этой еды. Надеюсь, покушает. Кстати, здесь везде украинские флаги. Я заметила одну особенность. И еще люди откуда-то знают, что я не местная. Ко мне подошла цыганка и говорит, давай я тебе, доченька, погадаю, говорит, ты все равно скоро уедешь, ты должна знать свою судьбу. Прохожу чуток дальше, другая мне говорит, путевки, не хотите покататься на катере? Все равно скоро уедешь. Мы в первый день катались вот здесь. Еще вот такой вот канат интересный, а там вот воздушный шар. Вот мы не сразу поняли, что это воздушный шар, мы не сразу поняли вообще, что это. А теперь я так понимаю, что это воздушный шар, и на нем можно покататься. И эту возможность упускать, конечно же, нельзя. В моем представлении, в моей голове, я очень похожа на грузинку. Но почему-то все грузины вокруг сразу понимают, что я не местная. Хотя я иду одна, молча. В Баку ни разу ко мне не подходили, не говорили, не хотите сфотографироваться с этим оленем, например, или надеть бурку.
на их красивый флаг и еще флаг Евросоюза. Я уже ближе к шару. Оказывается, стоит не 55 манат, а 55 лари. Увидела эту машинку, вспомнила свою девочку, чуть не прослезилась. Ладно. Еще одну особенность, которую хочется отметить. Вот ходишь, ты снимаешь, например, не только в туристических зонах, а в любом месте, например, в твой кадр попадается какой-то человек. Им пофиг. Тут вот эта старинная церковь, ее тоже, кстати, посетить я очень хочу. Боюсь, конечно, хейта вашего, но посетить хочется. А вот и шар. М в квадрате. Где-то здесь должна быть моя подружка. Гурманханум. Гурманханум. Ой, блин. По бир нефер үчүн 55 да түздү. Фирмахы. Какой он большой этот шар. Какой большой шар. Так. У нас получается 4 человека. Будет вот здесь. Move all the way left, please. Yeah. Spread it out, please. Separate. That's good. Oh my god. Они говорят, что нельзя стоять рядом с друг другом, чтобы сохранить баланс. Да ладно, что может произойти? Максимум смерть. Больше ничего. Это все нужно запечатлеть. Весь город как на ладони, действительно. Супер. И тут мой будильник. И тут я просыпаюсь, это сон, да, типа я не была в Грузии. Атмосфера здесь стояла просто невероятная. Я почему-то думала, что будет страшно, но ничего подобного. Если будете в Грузии, обязательно нужно прокатиться на этом шаре. Кстати, подруга очень боялась, хотя наоборот, я во всем трусишка, она достаточно смелый человек. Но в этом случае ей было страшно, что для меня, кстати, было удивительно. А так Тбилиси прекрасен со всех ракурсов. Хоть сверху смотри, хоть снизу. Интересно, что вот это такое? Наверное, какой-то музей. У нас такой формы есть музей ковров. Кстати, я там никогда не была. Надо обязательно вас взять с собой и пойти туда. Не знаю, сколько вам будет интересно смотреть на ковры. Все, мы уже спускаемся. Но там просто стоит парочка, они стоят вместе. А когда мы поднимались, нам сказали, что вместе стоять ни в коем случае нельзя. Но им что-то объяснить невозможно это. Надеюсь, что мы сейчас удачно приземлимся. Все, мы на земле. Мы опять вернулись в то же самое заведение, в котором были уже много раз. Здесь настолько вкусно. Все вкусно здесь. Поэтому я решила опять сюда, будем пробовать мигрули, или как правильно они называются. В общем, это в самом центре города. Хотя здесь дороже, чем везде, но здесь вкуснее. Еще, кстати, сервис у них 15%. Чаевые в обязательном порядке. Мы первый раз про это не знали. Еще плюс оставили чаевые, кстати, немало. А в этот раз уже знаем. Тут еще вот такие десертики интересные. Сникерс тут внизу. Сверху чизкейк. Так как на улице все-таки прохладно, мы решили в этот раз посидеть внутри. Что берем? Мигрули. Может, кофе у них есть нормальный? Можно. И все. Мне очень нравится вайб грузинов. Они какие-то, знаете, на расслабоне, вот на чили, вот такое вот ощущение у меня от них. От них такой вайб. Вот мы, например, немножко другие. Даже обслуживание в ресторане, в кафе, немножко другое. В заведении пока что никого нет. Вау!
Она мне кое-что показала, и я стала вау. Наш мигрузи. Давай, Саня, посвети немножко камерой. Посветим, чтобы было красиво. Наш мигрули уже прибыл. Мы решили так много не заказывать. Это пока что маленький. Перекусить. Да, это маленький еще. Любимые хачапури. Здесь внутри. Хачапури реально очень вкусные. Самирочка уже налетела. С этим вообще дальше. Да. А что, как назывался этот соус? Сацахпели. Такой соус, но по идее такой соус хотела. Они без ничего кушают, но мы привыкли все во что-то макать. Даже, кстати, грузинский хинкаль тоже без соуса они кушают, но у нас в Баку всегда соуса. Еще взяли вот такой чай. Как это было вкусно, прям нечто, безумно вкусно. Это лучшее, что я ела. Счет у нас вышел 28 лари, еще 4.20 за сервис. В общем, получилось 32.20. Даже есть парковка для велосипедов. Вы сюда фиксируете ваш велосипед, и все, пошел гулять. Еще, кстати, здесь много арабов. Я думала, только у нас много арабов, но я так понимаю, что арабы просто всю жизнь свою кайфуют и путешествуют по разным странам. Как он нежится на солнышке. Какой пацанчик милый. Насколько я знаю, они все здесь кастрированные. Бусинка? Бусинка, да на него посмотрите. На это. Ой, бусинку на эту посмотрите. Интересные здесь украшения, но это не золото, это серебро. Просто позолоченное. Здесь как раз вот цены 170 и так далее. Эта розовая цепочка мне нравится, классно смотрится. Розовый кулон, точнее. Винтажные изделия под старину. К сожалению, здесь они повернуты, и цену я вам точно не скажу. Но я подобные не очень люблю. Мы пришли на место старинного хамама. Здесь, кстати, все фотографируются. Такая небольшая речка, но как-то неприятно воняет здесь. Не сильно, но все же. Можно, кстати, около этих развалин сделать классные фотографии. Что-то в последнее время я вообще не особо фанатка фотографий. Как я вам говорила, люди очень-очень на релаксе. Это было воскресенье, и поэтому там было несколько групп школьников из грузинской школы. Это, конечно, очень круто, что школа организовывает такие познавательные экскурсии по местным достопримечательностям. И для детей замечательная прогулка, и тем самым очень познавательно. Но так как они очень сильно шумели, я вроде со звуком записывала это все, но ничего не слышно, я понимаю уже сейчас. Во многих странах есть подобная практика, что влюбленные закрывают замок. Здесь тоже, как вы видите, замков было нереально много. Это как бы такой символ вечной любви. Обычно на замке пишут инициалы, а ключ выбрасывают в реку. Но ключей здесь было настолько много, и они были одинакового размера и одинаковой формы. Я лично в такие символы, приметы не верю. Как показывает практика, людей не удерживают никакие приметы, ни дети, ни совместное имущество, ни совместные долги, ну в общем. Также здесь было что-то вроде выставки местных художников, и рисовали они плюс-минус в одном стиле. Очень часто здесь рисуют обнаженных девушек, причем достаточно полно. Наверное, на картины подобного типа есть спрос. Возможно, это зависит от менталитета или от человека самого, но я не могу представить, что в моей квартире висит подобная картина. Не знаю, мне как-то неудобно было бы перед гостями. Здесь тоже замки с инициалами, символизирующими любовь. Они закрывают этот замок и как бы, типа, любовь навечно, так скажем. Лиза Борис. К.Л. Ну, в общем. Причем, наверное, эти ключи здесь продаются, потому что они почти одинаковые. Что это? Тут. Тут. Такой вид тут там. Тут и клубника. Вместе. Но это не еще яблоко. Тебе понравится, нет? Вкусно. Мне не нравится. Это вообще очень вкусно. Хотя я тут не люблю.
Кстати, вчера я отдала за такой 20 лари. А сегодня уже 15, да, или 12? 15. 15. Это барбарис такой? Да. Сушеный, вау, как интересно. Я еще взяла себе вот такой Dragon's Fruit. Буду его на мукбанке кушать. Мне он настолько понравился. Откуда девочки? Из Баку. Азербайджан. Очень приятно. Мне тоже. Взаимно. Бунанда Менаунс. Сейчас цыганка пристала к Самире. Никак не могла успокоиться. Начала рассказывать про ее судьбу. Если честно, многие вещи она попала. Да, даже все попало. Еле отвязались, реально. Цыгане, конечно, здесь нечто. Прям не отстают ни в какую. Давай я тебе, красавица, погадаю. Давай я тебе погадаю. Ты отходишь, говоришь нет, они идут за тобой и начинают рассказывать тебе твою судьбу, по их мнению. А потом хотят, чтобы ты им заплатил. Хотя ты эту услугу не заказывал, по идее. Почему ты должен платить за то, от чего ты отказался? Зашли чисто попить кофе, посмотрите на меня. Взяла такой круассан, он такой мягенький, так от него пахнет. Его прям приготовили на моих глазах. И в этом сете еще был напиток. Стоило это все, по-моему, 18 лари. 3. Я вас, наверное, уже достала, но это было настолько вкусно. Особенно круассан. Он просто таял во рту. А этот сыр, сыр сулугуни, это, конечно, нечто. Что касается картошки по-деревенски, ее просто облили соусом, который был просто невероятно острый. Для любителей острого это просто находка и реально очень вкусно, но я острое не люблю. Поэтому, кушая картошку, у меня было такое ощущение, что из ушей у меня идет дым. Старалась по возможности избавляться от этого соуса и кушать картошку просто так. И за этот сет я заплатила 6 долларов. Находится это заведение в самом центре города, напротив площади Свободы. Еще одна приятная особенность Тбилиси, то, что мне понравилось, все бутики, независимо от бренда, написаны на грузинском языке в обязательном порядке. Вот, например, Burberry. Помада. Я не хотела брать помаду, но, видимо, придется ее взять. 25% еще скидочка. Просто вау, цена получается. Естественно, как бы я ни старалась, не смогла пройти мимо помады. Это святое. Разные здесь бренды есть. Если честно, все эти бренды есть и у нас. Но что-то на меня нашло, и я все-таки хочу купить. Решила остановиться на Maybelline. Взяла две помады. Дома, точнее в отеле вам покажу. Одну вот такую помаду, а другую из вот этой серии. Я, в отличие от всех остальных, сначала покупаю помаду, а затем ее свочу. К сожалению, тестеров не было, а я очень давно хочу себе такую помаду, точнее, это блеск для губ. Точно такой есть у меня? Да? О! Ну, мне интересно, это какой цвет. Нормально. Это да. Я, кстати, подумала, что там цены указаны без скидок, потому что там еще было написано, что 25% скидка. Но оказалось, что цены уже со скидкой. А у нас бывает наоборот. Если стоит желтый ценник минус 25%, это значит, что от цены на кассе еще убавится 25%. А у них наоборот. Прибавится на кассе еще 25%. Йолла! Итак, дай мне. Давай. Открывалка. Ой, какой красивый цвет, посмотрите. Я просто поэтому уже поняла, что хороший цвет. Так. Вау, это космос, девочки. Очень красивый. У меня же такого цвета нет. Все цвета в мире есть. Я, честно, держалась из последних сил. Потом измечатки в это дело. А ты ты? У тебя такое выражение лица. Все? Подожди. Я не собиралась. Подруга сказала: ой, Айка, тут косметика, тут помады. Я говорю, ну ладно. Кстати, у нас влажной салфетки нету, чтобы вытереть. Нет. Очень много, кстати, здесь граффити рисуют. Красивые рисунки. И не всегда приличные надписи, которые можно показать в Ютубе. Так что идем в мол. Что это за поза? Сладуся? Что это за поза такая?
Ой, какой сладкий, на его добрые глазки, я не могу. Прям в парке по дороге продавалось. Изделия были действительно очень красивые, но мне, к сожалению, этот металл не подходит. Он мне и по цветотипу не подходит, и всегда на мне темнее. Как только я увидела Кику, у меня сразу в голове такая песня. Сейчас, конечно, вы будете меня ругать, потому что косметики много, помад тем более, не нужно их покупать, уже некуда это все девать. Я это все прекрасно осознаю, но это делает меня счастливой. И в такие моменты есть два выхода из этой ситуации. Либо не показывать вам то, что я покупаю, прятать новые помады. Либо слушать от вас и от мамы нотации, что сколько можно покупать помад. Я постаралась снять так, чтобы было видно цены. Это позиции, которые на скидки. До 80%, кстати, были скидки. Но, к сожалению, из скидочного сета мне ничего не понравилось. Наоборот, меня заинтересовала новая коллекция. Хотела взять бронзер, но он получался даже дороже, чем у нас в магазине. Причем прилично дороже. А в Турции этот же бронзер можно заказать в 2 раза дешевле. Кстати, помните этот хайлайтер? Я вам его показывала в одном из влогов. И здесь, опять же, это наклейка Coming Soon. Но кое-что я, естественно, прикупила. Не досматривая влог до конца, постарайтесь угадать, что же может находиться в этом пакетике. Еще долго гуляли по моллу, но так и ничего не купили. Обратно возвращаясь в отель, я увидела эту красоту. Как же красиво нарисовано, причем такого объема рисунок. Я представляю, насколько это сложно было рисовать. Но смотрится действительно очень достойно. Уже сегодня ночью мы улетаем обратно, а мы до сих пор не попробовали эту прекрасную ванную. Поэтому сейчас нужно все это дело исправить. Набираем водичку и будем купаться. Девочки, действительно, я настолько в восторге от отеля. Я в Инстаграме, естественно, посоветовала своим подписчикам. И они увидели это. И такие вкусняшки нам с Самирочкой принесли, как это мило. И, кстати, предложили скидку 10% для моих подписчиков по промокоду Айка Эмили. Когда будете ехать в Грузию, обязательно воспользуйтесь моим промокодом, чтобы тоже получить небольшую скидочку. Честно, так печально, что мы уже уезжаем. 3 дня действительно было маловато. И буквально через пару часов у нас уже самолет, поэтому мы хотим напоследок нормально покушать, чтобы это все хорошенько закрепить, так скажем. Я думаю, что это не последнее наше путешествие в Грузии. Мне действительно здесь и люди очень понравились, и атмосфера, и какая-то свобода у людей. Действительно было очень классно. А чтобы закрепить все это, мы сейчас идем покушать. Изначально брат меня должен был забрать из аэропорта, но я подумала, зачем я его буду беспокоить в столь поздний час. И решила, что я сама все-таки на такси доеду. Так что вот такая я хорошая, хорошая сестра. Не начала снимать, уже говорю. Полчаса говорила, оказывается, даже не включила съемку. Мы по дороге договорились с таксистом, который вроде как 1:30 должен нас забрать. И мы, честно, очень переживаем, что он забудет, или у него выйдут другие дела, или он просто перестанет брать трубку. Вот, надеюсь, что такого не произойдет, потому что не очень ответственного человека похож на первый взгляд. Мы вроде уточнили, что действительно он может, он не забудет. Он сказал окей. А сейчас мы прям пешком спустились в очень крутое заведение. Прям безумно атмосферно здесь. И здесь не только грузинская кухня, здесь еще есть европейская кухня и азиатская. Но мы сюда пришли чисто за грузинской кухней. Атмосферно очень здесь, хотя народу не так много. В предыдущем заведении было намного больше народу, и мне почему-то подсказывает сердце, что там было намного вкуснее. Ну ладно, пробуем это место тоже. Мы уже заказали грузинские хинкали. Кстати, они не такие, какие мы пробовали в том заведении, а эти точно такие же, как в Баку. То есть тесто очень-очень плотное, даже хуже. И еще вот такой. Закуска с грибами, с сыром сулугуни. И еще это мы думали, что это хлеб, да? Это что такое? Сыр сулугуни здесь внутри, очень мягенькая штука. И естественно, мы взяли вино, чтобы отметить наше пребывание. Да, давай. 2 блогера все снимают. За нас.
Единственный минус этого заведения, что здесь очень большие окна, и все люди, которые проходят, они с таким аппетитом смотрят на нас, как мы кушаем, это так странно. Прям онлайн мукбанг. Мы предполагали, что грузинские хинкали во всех заведениях в Грузии очень вкусные, но ошибались. Как оказывается, в этом заведении, хотя оно такое более лакшери, здесь не настолько вкусно. Здесь даже грибочки как будто не доварились до конца, они полусырые. И, наконец-то, коронное блюдо. Нам так ничего не понравилось, но хотя бы хоть что-то. Красиво смотрится. Может, невкусно. В следующем заведении мы оставили около 60 долларов, и нам ничего не понравилось. Хорошо, что последнее блюдо мы просто вернули, потому что мясо невозможно было жевать. Ребрышки были как будто из резины, хотя указано было в меню, что это ягненок. И это блюдо вычли из меню, и все равно у нас вышло 60 долларов. Вернулись опять в то же самое заведение. Здесь реально другое дело. Мясо просто таяло во рту. Настолько вкусно. Хоть было и невкусно, в предыдущем заведении мы наели, поэтому в животе места было не так много. Но для грузинских хинкали именно из этого заведения всегда в животе место найдется. Я, кстати, забыла вам показать, что из косметики Кико я купила. В конце видео обязательно вам продемонстрирую. Так что смотрите видео до конца или перематывайте на конец, если этот момент вам интересен. А мне совершенно не хотелось улетать из Тбилиси. Если бы на руках не было билетов, мы бы наверняка остались еще на пару дней. Печально. Сегодня мы уже улетаем. Мы сейчас вернулись в отель и обнаружили, что у нас всего 40 минут, чтобы подготовиться, а еще мы даже не начинали собирать чемоданы. Такая классная погода была, атмосфера, что мы очнулись только сейчас. Сейчас со скоростью света мы будем собираться. И уже договорились, кстати, с таксистом. Он должен приехать. Точнее, он не знает точный адрес. Нам придется чуть-чуть спуститься в центр города. Но у нас багаж небольшой, поэтому проблем с этим, думаю, особо не будет. Чемоданчик мы уже собрали. Пора уже выходить. Ой, чемоданчик, не подводи! Ой. Чемоданчик! Вот. Домой! На удивление, таксист оказался очень пунктуальным человеком и еще плюс очень вежливым. За такси мы заплатили 60 лари. Это делает 23 доллара. Помогал нам с сумками и был предельно вежлив. Чемодан наш оказался немножко тяжелее, чем мы планировали изначально. И самое главное, я попала в дьюти-фри, держите меня семеро. Давно хотела этот аромат от Нины Ричи и сомневалась, брать 50 мили или все-таки 80. В конце видео обязательно вам покажу, что я взяла, потому что купила я очень много всего. На этот аромат от Moschino, к сожалению, тестера не было, поэтому я не знала, стоит ли его брать. Но я давненько хотела попробовать что-то от Moschino. А этот аромат часто хвалили блогеры. Стенды с фиксированной стоимостью 29,90. Это в евро. У нас в городе эти ароматы стоят минимум в 2 раза дороже. По этой же цене можно, конечно, найти в Турции на Trend Yol, но раз я уже здесь, почему бы не взять. На скидке еще были вот такие бальзамы для губ от Dior. Давненько их хотела. 2 бальзама вместе в сете стоили 67 евро. Но я очень хотела еще и блеск, поэтому решила взять этот наборчик. Тут и блеск, и бальзам для губ невероятно крутого оттенка. Правда, несмотря на то, что он стоит вместе со скидочными товарами, он шел без скидки. Не знаю, для меня просто время остановилось. Мне хотелось взять абсолютно все, особенно вот этот набор.
набор ароматов от Lancôme. Понятное дело, что это миниатюрки, но стоят они 60 евро за все 5. Я не обратила внимания, сколько миллилитров в каждом. Скорее всего, это размер небольших пробников. Скрытых экземплов, к сожалению, не было, поэтому непонятно было, что именно ты берешь. Скрывать упаковки также было нельзя. Был такой вот набор за 27,90 евро, набор помад от L'Oréal. Если цвета были бы носибельные, то я бы обязательно взяла. Но так как все они красные, я думаю, зачем они мне? Посмотрела, поискала, оказывается, все эти наборы состояли из красных помад. Но цена очень даже классная. Еще мне понравился вот такой набор от Lancôme. Внимание, цена. 19,90 за такой прекрасный набор, где даже есть крем. Короче, глаза разбегаются, я думала, что мы опоздаем просто на самолет, разглядывая эти все прелести. Я все топталась около ароматов, здесь был также Элизабет Арден, и Маскина, и Нина Ричи, в общем, очень много разных брендов. Я вот когда сомневаюсь, всегда боюсь пожалеть. Например, не взять что-то, а потом сидеть дома и думать, зачем я не взяла, надо было брать. Поэтому живу по принципу, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Мисс Диор стоил 119 евро. На мой взгляд, у нас в городе он стоит столько же. Это, я так понимаю, 50-ка. Да и вообще другие пассажиры тоже активно все покупали, заполняли свои корзины, и это тоже в какой-то степени мотивировало меня делать покупки. Какой-то стадный рефлекс, так скажем. Подруга взяла себе сыворотку от Диор и крем, по-моему, для лица тоже от Диор. Аромат, который я бы себе точно не купила, Dior J'adore. Не знаю почему, этот аромат совершенно меня не впечатляет. Даже наоборот, как-то отталкивает. Ароматы от Guerlain. Не знаю, правда, как называется эта серия. Начинается от 80 евро, а заканчивается 110, по-моему. Также здесь был набор вот такой от Lancôme. Да простят меня все, почему-то подобный формат мне кажется немножко устаревшим. Внутри набора есть карандаш, кисточка, не знаю, ну такой себе. Если бы я захотела купить себе какую-то стоящую палетку, это, наверное, был бы либо Too Faced, либо Colourpop. Ну, в общем, что-то такое. Казалось бы, взяла буквально пару вещей, но потратила прилично. Уже на посадке Самиру осенило, что она кое-что еще хочет купить, и она пошла в Duty Free обратно, а я ее здесь ждала. Но посадка, на самом деле, даже не началась, так что все, она успела. Я уже была сонная, немножко даже усталая, время было где-то 2 часа ночи, уже очень сильно хотелось спать. И давайте немножко подведем итоги. Понравилась ли мне поездка? Однозначно да. Сколько денег я потратила? За 3 дня плюс-минус $500. Но это не считая вот эти покупки в Duty Free. Чисто на рестораны, гулянки, какие-то сувениры родственникам. Кстати, чуть позже все обязательно покажу. Билет туда-обратно каждый обошелся в $160. Но это учитывая, что мы купили билеты за 2 месяца до вылета. А это, кстати, то, что Самира бегом вот сейчас купила в Duty Free. Так, мы с вами немножко отвлеклись. Мы купили билеты за 2 месяца. Но если вы купите пораньше, то вам билеты обойдутся еще дешевле. Пребывание в отеле за 3 дня $180 на двоих. В общем, все не так дорого, как кажется. Абсолютно все, считая и отель, и перелет, можно уложиться в $1000, даже не то, что на 3 дня, на 5 дней. Обратно также мы летели, естественно, нашими любимыми азербайджанскими авиалиниями Азал. Нам предложили вот такой прекрасный сэндвич. Он был свежий и очень-очень вкусный. Был выбор между с мясом и с сыром. Напиток я выбрала колу. Летать я абсолютно не боюсь. Приземлились мы очень мягко. Я уже наконец-то дома. Твиксик уже вовсю ласкается. Видно, что соскучился по мамочке. Мамина радость! Хулиганил все это время. Мне все рассказала мама. Сейчас будем открывать и смотреть, что же я привезла. Я, естественно, всю ночь не спала. И, по идее, разбирать багаж нужно завтра, но я не могу это оставить на завтра. Мамулик, первое, что я тебе привезла, это набор специй. Причем цены там были разные. Где-то продавалось по 30, точно-точно такой же набор. Где-то по 15, я купила по 20. А потом увидела, что продается еще и по 15. Здесь не только хмели сунели, но и все остальные приправы в Грузии.
Увидела рамен и не смогла пройти мимо. Это очень острое, я думаю, для мукбанга будет самое то. Я вам, правда, во влоге уже показывала. Купила две вот такие колбаски, каждая из которых стоила по 20 лари. Это на самом деле совершенно не бюджетно получается. Но я надеюсь, что они очень вкусные. Это украинское производство. Как я могла приехать без сыра сулугуни? Здесь достаточно много, и я купила за 25 лари. Кстати, последний момент нашла его. Там вообще огромный выбор всяких сыров, но этот самый вкусный. Еще дополнительные две упаковки приправы хмели сунели. Мне она очень нравится. Они добавляют ее абсолютно везде, и получается очень вкусно. Я к этому вкусу уже привыкла, успела привыкнуть за эти 3 дня, и не могла не взять. Взяла сразу 2. Это чисто для мукбанга. Это Dragon Fruits. Мне он очень понравился. Я просто на улице попробовала. И он настолько вкусный, такой сочный. Он есть красного цвета и есть белого. Я не знаю, какой это. Мне кажется, он красный. В общем, будем пробовать и посмотрим. Хочу попробовать на мукбанге. Но как можно было вернуться без сучука? Сучук. Или как правильно? Сучук. В общем, вот такая вот палка стоила 6 лари. Я уже там одну схомячила. Было очень вкусно, действительно. Разные расценки есть. Есть чуть-чуть подешевле, там орешков мало. Я взяла, где максимальное количество орешков. Я думала, что привезла всего один сучук. Оказывается, нет, их 2. Вроде как они по вкусу должны быть одинаковые, но будем пробовать. Хотела купить шоколад именно грузинского производства, остановилась на этом. Консультант мне посоветовал, что вот это очень классный грузинский именно шоколад, но потом подружка мне объяснила, что точно такой же шоколад есть и у нас в супермаркетах. Кстати, стоил 8 лари. Разные там вкусы были, я взяла такой. Мамулик, это тебе! Стаканчик, где написано Джорджия. Я не знала, что именно взять. Хотела там магниты, всякие статуэтки, но я подумала, что это все сборники пыли, поэтому лучше взять что-то такое, что будет использоваться и на память останется, и практично будет. У нас уже был такой стакан с ложкой, но ложка очень быстро потерялась, керамическая. Надеюсь, что в этом случае долго ложка будет вместе с этим стаканчиком. Внутри он такой темненький. Стоил такой стакан 20 лари. Я прям все запомнила. Запомнила все цены. Причем эти стаканы везде стоили по 20 лари. И, пожалуй, последнее. Мама в шоке. Как из такого маленького чемодана могло выйти столько продуктов? Это уже колбаска грузинского производства. Стоила она 16,90. Стоит дешевле, чем украинская. Но что-то мне подсказывает, что будет не настолько вкусно, как вот это. Но в любом случае попробуем и будем знать. Вам может показаться это многовато, но это не только для нас. Естественно, это еще будет на подарок. Бублик мамин на его глазки. Мама по тебе скучала. Мама переживала за тебя. Там столько собачек было прикольных, столько кошечек. Даже была кошечка беременная, точно такой же расцветки, как Твиксик. У нас прям в отеле. Доброе утро, мои хорошие. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Вчера я просто вырубилась где-то в 7 и вот проснулась в 2. Хорошенько поспала. Ой-ой-ой, какая красота. Мама даже не кушает без меня, прикиньте. Я говорю, почему ты не начала кушать? Она говорит, нет, все должно быть красиво. Здесь хлебушек, доуха, мои любимые. Приятного мне аппетита дома. И напоследок хочу показать вам, что же я купила в Duty Free и в Kika. Начнем, пожалуй, с Duty Free. Я все-таки взяла этот аромат от Moschino, который называется Funny. И как назло, на камере садится зарядка. Вам тоже я хочу сказать огромное спасибо, что смотрели мои влоги. И это досмотрели до конца. Твикс тоже хочет присоединиться к нам и послушать новый аромат от Moschino. Не знаю, бутылек мне уже очень нравится, очень мило смотрится, особенно это сердечко. Аромат классный, супер освежающий. Взяла в объеме 50 мл. Будет радовать меня на моей полке с ароматами.
Второй аромат, мимо которого я также не смогла пройти, это, естественно, аромат от Нина Ричи. Здесь также 50 мили. Обожаю просто их упаковки. Посмотрите, какая милота. Вау, аромат мне настолько понравился. Если сравнивать эти два аромата, этот мне понравился куда больше. Вот такой вот набор взяла от Clinique. Здесь крем для лица, крем вокруг глаз и спрей для лица. Вау, большой объем. Я даже не ожидала, что крем будет в таком большом объеме. Я ожидала, что здесь будут какие-то миниатюрки, но ничего подобного, полноразмерный крем. Вау. Кстати, такого спрея для лица у меня никогда не было, и для меня это новинка. Будем пробовать. Я не знаю почему, но мне как-то на душе грустно, как будто мы заканчиваем какую-то неделю влогов. Не знаю, как у вас, у меня вот такое ощущение. И все, собственно говоря, последнее, что я взяла, это, естественно, блеск для губ и бальзам от Dior. Тюбик настолько блестит, что камера не может сфокусироваться. Очень красивый нежный оттенок. Свотчи я делать не буду. На камере садится зарядка. Мне нужно очень быстро все вам показать. И, естественно, бальзам для губ, о котором я просто мечтала. Посмотрите, какой нежный оттенок. Прям глаз радуется. Я вам показывала, там были сеты, где просто два бальзама, они были на скидке и стоили гораздо дешевле, но я решила взять и бальзам для губ, и блеск. И последнее, это что я купила в Кика. Это оттенок 408, очень красиво смотрится на губах, классно увлажняет губки, буду пользоваться. Кстати, купила намного дешевле, чем у нас в Баку. У нас в Баку стоит 19 манат, а я его, получается, купила за 11. Хотя там тоже было без скидок, поэтому эту коллекцию возьмите на заметку, мне очень нравится текстура. Что касается этих двух помад, блеск, если честно, мне не очень понравился. Он на вкус такой, знаете, сладкий, такое ощущение, что ты медом помазала губы. Но использовать, в принципе, буду, использовать можно, возможно, я как-то приноровлюсь. Часто у меня такое бывает, что я что-то покупаю, сначала мне не нравится, а потом со временем это становится мой must-have. И вот такая вот помада в оттенке 630. Действительно, очень удачный оттенок, подошел мне просто идеально. Я влюбилась в этот цвет. И попала прям, знаете, пальцем в небо. Не было тестера, но я все равно решила взять. И попала. Нежная текстура кремовая. К сожалению, она не шиммерная. Хотя шиммерных помад у меня очень много. Пусть будет еще и такая. Свотчи я уже делать не буду. Как-нибудь во влогах вам покажу. Ну что, мои хорошие, к сожалению, пришло время с вами прощаться. Из покупок мне очень понравился вот этот аромат от Нины Ричи. Я вот давненько хотела. Аромат прям конкретно мой. И мне очень понравился набор от Clinique. Посмотрите, какой огромный крем. Думаю, хватит надолго. Так что есть уже все из ухода. И крем вокруг глаз, и крем для лица, и помады новые. В общем, я очень довольна всем. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. С вами была Айка.